Ну, это вообще... Что, может, тебя закинь перимся на ней? Бинточка лежит. У кого мы бывали себе? Какая? Или так и должно быть. Чего? Я у меня что-то назвал внезапно. Какое? Смотри. Как наверх забраться? Уже кем-то у меня чудо карты еще не скачал, я слал. 2014 году. Этот интернет вообще какой-то поехал. Видите, данная карта не скачается 5 минут. Это же вообще. Чтобы я так жил. Это как-то не по-мужицки. Это вообще не по-человечески. Так там не слышишь, кстати. Так вот, я пока пытаюсь найти туда доступ. Так, я появился. Может, скопом добираться будем? Только нужно сначала путь делать. Да... Как? Сейчас. Окей, сейчас. Через дверь ты не зашел. Эй, Витам, ты полегче. А где этот пакет? Меня, кстати, убили. Ты вообще законно? Ну, джихидинов нельзя убивать. А православных ну, джихидинов тем более. Но оно все на царское. Так, убил лысого. Выбираюсь наверх. Только жизнь у меня очень.
А, кто там залез? Я наверх забираюсь, пока еще получится. Да блин! Собирался с такой времени, чтобы меня с монтировки загасили. Как это называется? Это не православно. Тихо-тихо, потом впереди не стреляйте. Да я уже почти. Там наверх поднимается этот эфир. Я базуку хотя бы возьму около. Гайбашон как-то вообще не круто будет. А чё, этого нету, нубаса? Не, он слился еще на хитбокс. Ты что, застал что ли? Да блин, там наверху кинкрит. Сучу, все. Выпили. Блин, ну ты за... Черт побери. Я не пытался объяснить где. Под... А, придумать как объяснить, короче. Ну типа да. Самая высокая точка в горе. Нет? Блин, мать. Ну давай, давай, давай. Мотиковка не собрался, жаль еще. Не, кофига окружает. А как туда попасть в эту? Ну. Вот. Двери нужно пройти сюда. Ну да. Так, взял арбалет, буду пробиваться к верху. Есть. Теперь главное добраться живым. Блин, этот ублюдок опять стал за эту сторону. Спасибо. Выпидал. Так, все, я
И все. Вот отключился из скайпа. Блин. Я не знаю как. Черт. Ну да, конечно, мне должно свернуться, когда мне нужно взрыв пакеты взрывать. Супер, я сейчас очнусь уже. Нет. Да блин, ну... Сейчас разнесу что-нибудь. Блин, ну чё ж такое-то? У меня ракетница и бомбер. Ой. Кстати, офигенная идея. Но у меня их нет. Я на башенке. Все при этом засел. Какой? На башню с пушкой. Я у ракетницы, короче.
Блин. Что это? Я выключаю обычно. Я обычно выключаю. Блин, я чуть не убил, короче, тебя. Давай. Данила, кстати, на свече уже. Так, Витер, пока покой, я постучу вам с Данилом. Данил, как слышно? Куда не подъебается. Что-то не удается соединиться с Данилом. Нет, это глупо. Я увидел, что его на сегодня нет. Удается соединиться. Контача тоже нет. Может, я с компом что? Ух ты, я еще жив. Он на левой башне, все болит. Левая относительно с пушкой. На пушке я. Да блин, сзади. Если... Не, от вот этой башни с пушкой. Если... У которой круглый выступ. Есть квадратный выступ, а есть круглый. Вот. Я возьму арбалет и пойду на обычный. На обычную сейчас башню пойду. А вот это с пушкой. Арбалет у меня осталось даже. Блин.
знаю. Виталь. А, не, Виталь еще онлайн. Ой, прости. Я просто... Тут видел зомбара. Ну да. Прости. Может 6000 6 на 6. Блин, ты... Не знаю, как это не ловить было. Вот и веза, а? Без понятия. Можешь убить его там через стекло? Ну ладно. Не, я имею в виду, которая на башенке. Которая башенка с пушкой. Там стекло есть? Шикарно.